Слепить себе кружку из глины, сделать серьги или научиться играть на окарине может любой желающий на выставке «Хобби Тайм». Она открылась в Новосибирске. По сути, вся экспозиция – это мастер-классы и советы от профессионалов рукоделия. Мария Черешнева выяснила, высока ли конкуренция среди мастеров разных жанров, и попробовала найти на выставке такое хобби, которому можно научиться всего за несколько минут. Здесь голова идет кругом от мелких деталей и обилия действительно красивых вещей. Причем на них можно не только посмотреть, еще и сделать самим. Вот здесь работают с тканью, а вот гончарный круг. Карина, сколько нужно времени, чтобы научиться на ней играть, освоить ее в совершенстве? Мы не контролируем этот вопрос, но мы произносим слова на выдохе. Вот чтобы научиться играть на карине, надо просто, допустим, говорить, уметь ту-ту-ту. А вот с таким же усилием нужно подавать звук в окарину. Вот, допустим, ту-ту-ту. Только вот представьте, что у вас пропал голос, и вы шепчете. Так, это у вас формочки и песок, правильно я понимаю? Песок. Почему он космический? Почему космический? Потому что у него свойства, в зависимости от того, что ты с ним делаешь, они меняются. То есть в зависимости от давления, то есть как ты с ним работаешь. С моим другом соорудили мячик, соорудили ворота и, соответственно, играли в футбол. А женщины у нас 3 часа просто что-то лепили, лепили. Ты же формочки. 30 лет ничего подобного не делала. Здесь можно сделать украшения своими руками. Скажите, вот человек, который не обладает навыками, может за несколько минут сделать какое-то украшение? Ну, конечно, не за одну минуту, но, конечно, может. Есть разные модели, то есть мы можем с вами попробовать сделать самые простые. Конечно, самые простые. Да. Сейчас очень многие делают браслеты, серьги своими руками. Насколько вообще большая конкуренция на этом рынке? Конкуренция достаточно большая, но все дело в том, что разные мастера делают из разных материалов. Кто-то делает из венецианского стекла, кто-то делает из полимерной глины. Мы делаем с использованием натуральных камней и стекла. Мыловарение, керамика, ткани, нитки, бусинки. На этой выставке практически все посвящено женским хобби. А вот мужским увлечениям отвели совсем немного места. И как-то все здесь про войну, а не о рыбалке, спорте или охоте. Мария Черешнева, Константин Стремоусов. Новости здесь. Новосибирск.